14 декабря в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта Московской области прошло экспертное совещание по актуальным вопросам сохранения и развития зеленого фонда городов Подмосковья. Обсуждались темы необходимости комплексного подхода к формированию городской среды, эффективности благоустройства городских парков и лесопарков, создания особо охраняемых природных территорий по инициативе граждан, необходимости принятия регионального закона о содержании зеленых насаждений. Были представлены несколько довольно характерных для Подмосковья болевых точек. Активисты из Химок, Красногорска, Звенигорода, Ногинского и Раменского районов обсудили проблемы сохранения городских лесов и парков, системную проблематику сохранения и содержания зеленого фонда малых городов, необходимость принятия закона о защите зеленых насаждений. Было показано, к чему может привести несанкционированное строительство, ошибки при проектировании производственных и транспортных объектов. Красной нитью через все выступления прошли темы развития экологического каркаса Московской области, необходимость инвентаризации зеленого фонда и создания экологических регламентов. Также неоднократно высказывалась готовность активистов к конструктивному сотрудничеству с муниципальной властью. Были намечены конкретные шаги не только по каждой локальной проблеме, но и по общим вопросам повестки.